В нашем дворе вечерами и ночью совсем темно. Подскажите, кто отвечает за освещение дворов Уссурийска? Управляющая компания разводит руками и говорят, что это должен делать город. Естественно, я буквально вот 30 апреля был на передаче в Телемиксе «Накипело». И в прямом эфире одна из собственников, какого дома, не помню уже сейчас, задала вопрос. Потому что у них нет освещения во дворе у подъезда. Там один подъезд, как я ее понял. Говорит, куда обратиться, чтобы поставить столб и на него свет сделали. Я прямо ответил и сейчас отвечаю. Те, значит, столбы, которые находятся на городской территории и освещают пусть даже двор, должны делать электросети. Вот. А та дворовая территория, которая принадлежит ТСЖ и прочее, здесь на каждом же подъезде стоят освещение, плафоны. Сейчас светодиодные светильники, я прямо так и ответил. Не нужно там никого просить, тратить это время. Купите вот этот плафон сами, ну что он стоит 600 рублей. Или светодиодный прожектор 1500. Повесьте его на подъезде, он будет освещать весь практически возле вашего подъезда всю дворовую территорию. Там, где находятся пятиэтажки, где там 4, 5, 6 подъездов, как вот у меня опять. Но у меня-то прожектора стоят на столбах, они освещают. А вот кругом практически весь город темный. Я с 10-го этажа вижу, как люди спать ложатся, и все, темнота, только на улицах освещение. Только 4 дома в нашей вот округе, в радиусе 300 метров, освещаются, остальные все в темноте. Да достаточно светодиодные прожектора на каждый подъезд, он будет освещать не только вход, но он и будет и на 10-15 метров освещать территорию.